Снова всем welcome, это снова я. Новый день, новые приключения, новые места. И на данный момент я вот вышел из отеля. Вот за мной, за моей спиной он находится, называется Blue Harbor. Так как отель находится рядом с гаванью, как вы видите, здесь очень много кораблей. Рыбацкие лодки, корабли, паромы, прогулочные катера. В общем, очень много всего. Можно даже пройтись, посмотреть. Да, это кино Мацушима. Здесь рядом находится, здесь круизы делают. И можно вот здесь вот даже посмотреть план, карту этого города. Начикацура Сити, это называется город. Здесь много очень рыболовецких компаний, частников также. И люди здесь добывают рыбу на продажу. Вот с той стороны, если видите, вот где нарисованы синие плакаты и рыбки, это местный склад, продуктовая база по приему отловленной рыбы. Ну а там вон корабли стоят. Да, много ресторанов Магура. Магуру на ресторан, ой, весна. Магуру Сити. Че так манты куда-то? Ну так здесь красиво, конечно. Вон пляж, гавань, река, горы. На самом деле здесь, да. Типа парка тематического. Хотя я думаю, это, блин, школа водителей. В общем, город неплохой, но цены на еду, конечно, блин, как на Гинзе. Дорого. 1200 1300 за небольшой сет покушать. Это дофига. Мы идем вон посмотреть на тот вот водопад. Не знаю, сколько это займет по времени, но могу одно сказать, что мы припарковались бесплатно, а здесь, значит, такие ушлые предприниматели, значит, сделали парковку платной рядом с водопадом и берут по 400 или по 500 йен, в зависимости от того, где ближе или дальше. А вот здесь, кстати, отель интересный такой в стиле, я не знаю, это китайский или может быть тайский. Ну что-то такое. Интересно выглядит. Вот такой вот отельчик. И парковку сделали платной 500 йен. Да, интересно здесь, конечно. Но он внизу, там тоже платная парковка, как вы видите. Высоко, блин. На самом деле здесь высота большая. Мы в горах. Здесь уже где-то метров так 400, я думаю, мы где-то поднялись над уровнем моря. И вот такой большой водопад. Там сверху висят эти бумажные такие. Ну как она называется? На канате такие бумажки вешают.
как в японских храмах, как бы святое место. И вот этот водопад является святыней местной. Тут многие сюда приходят помолиться вот к этому водопаду. Да, в самом деле очень популярное место. Город, я вам так сразу не скажу название мест, Кумано. Тут вот водопад и храм такой прям перед ним. Ветер, конечно, здесь, да. Сегодня ветреная погода, вообще обещали дождик после обеда. Вот мы сейчас после обеда идем на водопад посмотреть. И надеюсь, что до этого времени дождь не начнется, а то что-то неохота мокнуть как. Вот автобусы катаются. Куча туристов вон пошли. И вот здесь вот у них местный храм. Ну не знаю, сейчас, конечно, в храм нам смысл есть или нет идти. Я думаю, можно и снизу пофоткать, и не надо даже туда заходить. Водопад. Да. Yes. どういうお祈り仕方をお願いしますかというのを 133 метра падает вода. Высота падения. О, большая какая конструкция. Сейчас сделали неплохо. Вот такая вот у них дорожка здесь. В принципе, красиво сделано, оформлено. Идешь по натуральным камням, как бы. Наверное, там сзади вообще бегут за нами товарищи. Сразу скажу, здесь обувь нужна хорошая, потому что камни все-таки не настолько ровные, и можно здесь спокойно подвернуть ногу. Видите, перепады большие. Вон там куча народу, и люди фоткаются. Лес тут вокруг красивый. Как бы не надвернуться, пока снимаю. Вот сами можете видеть, что тут внизу творится. Высокие ступеньки, на самом деле. Вот. Можно даже фотку сделать. Тут написано 100 йен надо бросить и взять палочку. И сжечь фонтан. Варшипу стейджи, кое-какое катачи нет? А, туда. Никакой, там бякое. Наркода. If you I'm going to visit the nature waterfall near the front. そこにもいいの? Yeah, あの下からもっと綺麗です。 多分ね、あの辺からだったらすごいね、撮りやすいですよ、人多いけど。 Oh,
деревья. Чаще тут на Ангурайдска. Собственно, это читай, джанай. Думаю, кешки кирейс. ここに、そう、次のハイキングをやりたいです。コケといい。ああ。江戸時代ね、1603から1868年。そうそうそう。600をですね。この間もですよ。1600から1600。うん。1865年。すごい。そうですね。Да, подниматься, конечно, в маске прям тяжело. Надо без маски подниматься. Ну, вот название этого храма. Кто знает канджи, можете перевести. Фу, подустал я немного. А, ну вот еще информация. Тут как раз написано, когда... А, вернее, нет, здесь описание, что... 133 метра высота падения, что 1 тонна, по-моему, в секунду, что ли, падает воды. Пробка. Кислорода мало в маске, конечно, прям. А вот как выглядит он, когда туман здесь. 100 лет ему написано. 100 лет. Вот там больной какой-то чувак. Что там? 100 years. Начи Waterfall Park. Кумано Геопарк. After the magma enter. Ну вот, да. Потом поставите на паузу, почитайте. Они, Уэни. И Канахте Моис. Здесь мороженое продают. Вот с дыней. Понятно. Грузовик отчаливает. Здесь амиягишная, типа сувенирные лавки. Как вы можете видеть, здесь их очень много, поэтому будете, если здесь путешествовать, можете себе прикупить какие-нибудь сувенирчики. Что в целом стоит, кстати, недорого. Обычно в пределах 1000 йен можно что-нибудь взять. Это типичная цена для сувениров. Типичная немного. Пойдем снимем видок с этого, с площадки, с парковки. Здесь должен быть красивый вид. Во, красота. Мы вот где-то вон там вон работали. Да, здесь вот, видите, автобусы и светофор там. И вот такой вот офигенный вид панорамный, просто дух захватывает. И сам водопад. Вон там. Красиво. Несмотря на то, что это бесплатно абсолютно, то это тоже красиво.
Потому что обычно в Японии как бы за красивый вид ты должен платить, а тут бесплатно. Вот здесь строят укрепление для того, чтобы не осыпалась земля, сетки, и потом будут заливать бетоном, вот как тут. Вот такие вот ромбики делают. Вот как-то так там высота. Народ идет назад. Да, как я уже говорил, это небольшой отель старый в китайском стиле. Там сверху он, у них какие-то драконы. Даже не знаю, что это. Обычно на китайских зданиях драконы. В Японии драконов не используют на зданиях. Название этого отеля. Или это ресторан, или что такое, дом отдыха. Небольшой храм вот сверху, вон там. Тоже, правда, уже старый, закрытый. А вот, кстати, здесь ли растут мандарины. Кто, если не знал, как выглядят мандарины, вот. На деревьях растут такие маленькие. В Японии, кстати, очень, особенно вот здесь, в Вакаяма район, очень вкусные мандарины, очень популярные. Многие их покупают и везут домой, как сувенир какой-то, ну, для семьи. Ну, сейчас мы поднимаемся, сейчас мы дойдем до верха, опять на нашу парковку и поедем уже. Бамбуковый лес очень типичен для Японии. Обычно в бамбуковом лесу, кроме бамбука, нет нифига. Потому что бамбук такая трава, что она душит все остальное. Вот такой небольшой вот поход в храм и водопад. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.